Вот сияющий мир, бесконечно прекрасный. Да твою мать! Что? Что? Эй! Ты и твой тупой коврик! Ты что, машину не можешь купить, как нормальный человек? Я сейчас его починю. Чё ты заводишь? Мне надо срать. Я вызываю такси. Хорэ, хорэ, не надо. Заткнись, Аладдин! С каких пор ты таксист в Uber? Я там на полставки. На полставки? О боже, почему я встречаюсь с таким дебилом, как ты? Прости, в отличие от тебя я не богат. Богат? И на что бы ты тратился на новую машину? Успокойся, я сейчас все починю. Смотри, как мужик работает. Ты че, ремонтник ковров? Ну, это просто немного вот тут поправить. Смотришь, смотришь. Ну, у тебя прям мега-талант. Че, я тебе говорил? Что я тебе говорил? Обними меня. Нет. Обними меня. Нет, давай, я на тебя обними меня. Че? Че случилось? Как этим дерьмом управлять? Нет. О, боже. Ты что прикалываешься? Как мы теперь домой попадем? Так, я что-нибудь придумаю, успокойся, хорошо? Что-то мне еще Раджа надо покормить, придурок! А что делать, что делать? Джин! На желтенькую нажми. Ты меня убила. Джин! Эй, Джин! Джинни! Йо! Че как? Чувак, у меня так что ковер украли. Не могу помочь, чувак. У меня выходной, руки связаны. Чувак, обещай, последний раз, когда я тебя о чем-то прошу, мне очень нужна помощь. Я ж тебе сказал, я сегодня не Джин, у меня выходной. Чувак, я где-то в области, помоги мне. У тебя больше нет желаний. В смысле, мне еще одно осталось. Я ж тебе говорил, 3. А их было как 15. Сейчас забыл, ты все желания использовал. Заткнись! Что? Я пробую все исправить. Заткнитесь там нахуй. Обещаю, это последний раз. Пожалуйста. Короче, чувак, подвиньтесь, двиньтесь. Вот эту хрень возьми. Это что, шутка? Алло? Чё-то сигнал пропал. Я чё как? Слава богу. Слушай, мужик, выслушай меня, пожалуйста, ладно? Да? Все, что хотел попросить, что мы попали домой. О, окей, да-да-да. Да. Чё же мы теперь делать будем, придурок? Сделаешь это для меня. Короче, мужик, я тебя услышал. Спасибо большое. Это автоответчик. Блин, какой жуга. Короче, оставьте сообщение под сигнал. Блин, отец меня убьет. Чё ты на меня смотришь? Что? Я на эту фигню вообще даже не смотрю. Пока это единственный способ я добраться нам домой. Ты вообще знаешь, кто я? Блин, нам ноги мои... Вау. Я же говорил. Ты издеваешься надо мной? Выпусти меня, вставай. Не, знаешь, отец был прав по поводу тебя. Я принцесса, окей, ты видишь? Я, бля, принцесса. Со мной надо обращаться как с принцессой. Сука эгоистичная. Чё? Все кончено. Я слишком долго это утерпела. Я не это имел в виду, прости. Даже не вздумай идти за мной. Все кончено. Джасмин, прости. Не иди за мной. Я не это имел в виду. Прости. Я тебе сказал, не иди за мной. Кому ты звонишь? Все кончено. Тому, кто меня заберет. Малышка, хорошо выглядишь. Кто там? Не твое дело. Че, как малышка? Джафар. Молодцом, что меня звякнуло. Ты позвонил Джафару? Это уже не твое дело, потому что между нами все кончено. Придурок. Прекращай, бро. Не-не-не. Не звони мне. Джасмин, так же не можешь закончить эту историю? Ладно, все хорошо. Если что, я не злюсь. Йо, Ладин, забей на нее, ей же хуже. Короче, мне прямо сейчас на диванчике девочка прям для тебя. Гони сюда, пока она не остыла. О, дерьмо. Аладдин, рад тебя видеть, браток. Да, чё как? Короче, это вишневая помадка. Привет, вишневая помадка. Да, это сладкая помадка. Привет, сладкая помадка. Да, вот так мой малыш отрывается, когда он один. Да почему? Не трогай меня. Почему? Что не так? Не-не-не-не. Давай. Да отвали. Зачем тогда позвонила? Я позвонил, что ты меня домой отвез, не трогай меня. Я хочу за это поцелуй. Нет, я не буду тебя целовать. Давай, мужик, в отрыв. В каком смысле? В прямом, я тебе сказала, не трогай меня. Поцелуй меня. Убери руки, не трогай меня, отстань. Ты чё, не чё трогай не так? Меня. Эй. Эй. Прости, что назвал тебя сукой. Прости, что вела себя как сука. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что я все равно себя буду вести. Я так. Знаю, знаю, знаю. Верь мне. Поехали домой, окей? Поехали домой. Йо, ты куда делся? Девчонки тебя ждут. Давай обратно возвращайся. Ты чё, взял и подразнил и ушел? Забей, Джасмин, сам скажу, что на эту девочку сразу тебе променяешь. Гони сюда. Променяй, променяй, променяй. Свали, свали, проваливай из машины. Это говно с собой забери.
хотя бы просто от Омы довези. Забей на эту, сука, она шкура какая-то. Чё, братаны? Братаны. А перевёл и озвучил виски. Ага.